Всем привет еще раз, друзья, с вами Реалайз. Я не мог не записать данный видеоролик, хоть он и будет короткий, но просто игнорировать вот эти вот чудеса, которые у нас происходят с цепной молнией. Можете посмотреть предыдущий ролик, слово «оглушение» там не написано в бонусе. Плюс ко всему, я сам лично проверял, действительно оглушения не было. Теперь тут резко появляется обратно надпись «оглушение», и оглушение действительно появляется и по факту в цепной молнии. А теперь мне знаете, что интересно, друзья? Если разработчики случайно забыли написать слово «оглушение», то значит оно должно было работать и по факту. Но по факту оно тоже не работало. Я думаю, вряд ли игра устроена таким образом, что если написано слово «оглушение», значит механика такая, что оглушение действительно начинает присутствовать в этой игре. Но вы понимаете, о чем я говорю. Как я вижу эту ситуацию, друзья, с тех пор клиент я не обновлял игры, и оглушение резко появилось. Я эту ситуацию вижу таким образом, что действительно разработчики убрали оглушение, просто начался кипиш, все начали писать в техподдержку, мол, за что мы отдавали деньги за донат, если вы меняете предметы прямо на ходу. И в преддвериях этого дирижабля, где они тоже хотят поднять денег на донате, они просто побоялись, думают, да, если мы сейчас действительно уберем от оглушения, то как бы игроки перестанут донатить на оружие, потому что побоятся, ну, на новые артефакты, потому что побоятся, что мы и оттуда уберем бонусы. И резко все в игру вернули и написали, мол, это случайно все произошло. Друзья, никаких случайностей здесь нету. Просто разработчики хотели таким образом занизить данный артефакт, но всеми общими усилиями это сделать не получилось. Поэтому, друзья, всем, кто писал в техподдержку, включая меня, насчет данного недоразумения, которое произошло с артефактом, всем, друзья, большое спасибо. Так что мы вернули артефакт в игру. Ну и давайте, кстати, вам покажу. В принципе, наблюдатели должны были заметить. С первого раза я не заметил. Смотрите, вот они. Внешний вид, точнее, трех оружий. Так выглядит дракон, как я уже говорил. Так, скорее всего, будет выглядеть значок артефакта. Вот это вот лук, новый, огненный. Вот он, с тетивой натянутый. Вот это вот пламя, это лезвие меча. Мы так подумали с соклановцами, что вот это вот меч как раз-таки. А вот это вот уже посох. Так что три новых оружия будет. Меч, посох и лук. Ладно, друзья, вот такой вот короткий ролик. Всем, друзья, удачи, всем пока.